И снова всем привет, дорогие друзья, с вами снова Любопыт. И сегодня я попробую поиграть в игру, которая называется Ice Scream. То есть, по-другому, по-русски, если то, ледяной крик. Но так как мы видим, тут получается на картинке главного злодея, он типа мороженщик какой-то. Значит, получается, здесь что-то в этом роде было типа Ice Cream, то есть мороженое. А здесь уже игра слов. Было Ice Cream, стало Ice Scream. Прикольно так. Игрушка у нас это от разработчиков Монахини и Мистера Мита. Так что я примерно знаю, что это будет. Так, выбираем уровень сложности, пожалуй, нормально, потому что я этот, как его, хочу... Ба-ба-ба-ба-ба-бам... Как бы сказать... Посмотреть на плохую концовку, вот. Так, что тут правило? Рот ходит с нормальной скоростью. Какой еще рот? Это так главного злодея, что ли, зовут? Пф, ну и имечко. Рот. Рот у рот, блин. Ладно. Погнали. Так. Это где я? В своей комнате, типа? А почему я не могу двери открыть? Что за беспредел? Так. А, у меня он тут... Радио какое-то или типа магнитофон. Учебник, тетрадь. Еще всякая шняга. О! Это кто? Это типа какой-то колдун и дракон дерутся, а здесь... О, здесь Люк Скайуокер с Дартом Вейдером дерутся. Прикольно. Классно. Так. А если окно открыть? О, открыл. О, вон этот рот, урод. И что сейчас будет? Зовет пацана. Такой, привет. Хочешь попробовать мое мороженое? Какое-то. Хоба! О, он пацана заморозил! Кобздец! Вот это гад! Так, я понял, значит, нам надо спасать пацана. Так, чё... Непонятно, чё... Кажется... Ну, на самом-то деле, я играл в эту игру, короче. Я ее просто не записывал. Не было времени. Я знаю, что сейчас надо делать. Вот, вот канатик. Надо, короче, найти канат, приделать его сюда, а потом... Хоба! Так, карта. Ой! Рот, урод! Да хотя, чё? Мне же все равно сдохнуть надо. Вот он меня заморозил. Так. Сейчас. Теперь. О, он меня уже спалил. Музон тут, кстати, прикольный. Когда погоня. Прикольный музон. О, он уже вечереет. А-а-а, злится. Чмырь. Но он тут не страшный, этот рот. Вообще не страшный. Монахиня страшная. А вот мистер Мит, он когда вот зомби был, вот он был страшный, а сейчас он больше не страшный. И рот этот тоже не страшный. Так, ну все. Там надо было сказано 3 попытки. А что за фигня? А, я должен уехать, видимо. Тут, блин, вон рот прогуливается. Давай, иди отсюда. Ну иди отсюда, рот, урод. Держусь у него за спиной. А где я карту потерял?
Ты не можешь идти так далеко, помоги этому мальчику. Блин, я карту потерял. Ой, рот меня спалил. Куда я дел карту-то? Карта где, ё-моё? Идрить, колотить. Короче, надо по новой. Надо по новой все начинать. О, вот, блин. Ну ладно. Сейчас-то я не лоханусь. Так, сразу надо найти канат. Вот он. Пропускаем. А, тут и до этого вечер он был. Мне показалось, что уже свечерело, на самом-то деле уже был вечер. Так, вот моя карта. Ах ты, паскудник! Надоел уже, блин, ты мне, урод. Вот так и буду тебя... Я его вот так уже давно называю, рот, урод. Вон он, этот чмырь. Так. Он у нас, этот пацан, замороженный. Так, замок на клетке. Вам нужен ключ, чтобы освободить ребенка. Рот должен где-то держать запасной. Но я не хочу его освобождать. Я хочу сдохнуть. Так, куда поедем? Давайте поедем в стойло. Я сейчас пропущу. Так, мы вот уезжаем. Тут вот такой вот формат игры. Рот меня куда-то привозит. Всегда. А я тут исследую. Так, Рот, грохни меня. Ты... Чё меня не грохнул-то? Это был баг. О нет, вы были схвачены. Так, ага, он меня в холодильник посадил. Так. Дверь закрыта. Я знаю, как ее открыть. Нужна изолента. О, вот она. Рот, урод, уже здесь. Давай. Замораживай меня, чмырь. Ну, а то же самое. Так. Теперь нам нужно... сделать вот что. Надо рогатку найти. Вот она. Вот она. И камушек. Жалко только этим камушком нельзя убить рода. Я пробовал, ни хрена не получается. Давай, грохни меня. О нет, вы были схвачены. Так, а теперь надо эти доски отодрать ломиком. Так. И он меня заморозил снова. Вы были схвачены слишком много раз. Все. Так, куда там приехал? Рот Салливан. Рецепт счастья доступен каждому. Табличка его. Так, вот он вышел. А, это, видимо, его дом и его фабрика мороженого. И он пацана сюда принес. А меня заморозил, походу. Вот что это за концовка. Плохая такая вот концовка. Но она тут пока единственная. Игра окончена. Тут
единственная плохая концовка, единственная хорошая. Ладно, на этом все, пожалуй. В другой раз я эту игрушку уже пройду.